До этого момента мы с Милашей думали, что не боимся маленьких зверушек. Но эта история показала, что мы сильно заблуждались. Теперь я зайка. И Мелька. Теперь я. Ой, Милаш, я как-то проголодалась, что готова даже съесть слона. Тимохи, слона? Конечно нет, это выражение такое. Пошли на кухню, посмотрим вкусняшки. Да, сразу видно, что девочки побывали на кухне. Так, пойду-ка посмотрю, что эти чистюли сделали в комнатах. Я переезжу! Только тут щечка. Милаш, дай я открою. И дам. Дай мне. Дай мне. Дай мне. Ну, Милаш! Это я тебе пошла. Да, я сказала. О-о-о. Ай, потом уберем. Крошки никуда не денутся. Побежали. Фу, так, в комнате убрала, теперь можно и чай попить. Я же только убрала! Ой, так и всю жизнь можно за уборкой провести. Это мои, Милана! Милаш, давай посчитаем. А дай. Сколько у тебя карточек? 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Девочки, может, уберете за собой? Мама, потом уберем. Никуда крошки не денутся. Ага, не денутся, девочки. А вот мыши-то появиться могут. Ладно, оставляю вам щетку. Уберете за собой, раз насолили. Вот мама придумала, откуда в квартире возьмутся мыши. Ну, если только учую запах бумажного сыра. Милаша, ты слышала? Кто? Где? Писк. Как будто мышь пищит. Да нет, показалось. Мить! Держи, Веня. Она пытается убежать. Быстро за ней. Девочки, девочки, только спокойно. Я выполнила любые ваши требования. Ты видела мышь? Она мимо тебя только что пробежала. Девочки, у вас богатое воображение. Я просто хотела, чтобы вы только убрали мусор за собой. Это правда мышь. Ой, все, девочки, уберите за собой, а я уйду отдыхать. Ты видела, куда мышь убежала? Нет! Нам надо ее точно выманить из квартиры, а то я ночью не усну. Подевай. Я придумала, что любят мыши. Сыть? Правильно, сыр! Теперь прячемся и караулим мышь по пирали. Yes, убежала! Давай пять! Девочки, а где сыр? Ой, кажется, нам все слетит! Пойдем быстрее убирать. Ребята, не мусорите дома. И уважайте труд родителей. А лучше помогайте наводить им порядок. Мыши кибу, а я кибу. Хе-магага! Хе-магаида, да я ебу ящик.